спокойненько. Ну, вот это вот тоже хороший. Настя и Катя примеряют обновки. Модная, яркая, стильная одежда пришлась им не только по душе, но и по размеру. В таких нарядах можно и в школу, и на прогулку. Девчонки уже и комплекты подобрали. Это не случайно, ведь Настя мечтает стать дизайнером. Подсказала и сестренке, что с чем носить. Мне очень понравилось. Спасибо всем, кто эти подарки сделал. А в следующем году, если я также смогу помочь, то помогу. Моя мама всегда всем помогает. Для сестер этот сюрприз – настоящая новогодняя сказка. Подарила ее семья Позигун из Германии. Партнеры и друзья телекомпании «Одинцова». Подобрали коллекции одежды для разных возрастов – от 0 до 12. Их давняя мечта – осчастливить ребят в преддверии Нового года – наконец сбылась. Без Юрия и Надежды ничего бы не получилось. Просто они ко мне действительно обратились с тем, что вот они хотят сделать подарок тем, кто в этом действительно нуждается. Не просто так передать вещи не адресно, а вот действительно, чтобы каждая вещь дошла до конкретного ребенка. Новогодняя акция «Щедрый мышонок» прошла в детском правозащитном центре, которая давно уже стала доброй традицией. Детям из одинцовских семей, попавших в сложные жизненные ситуации, каждый год дарят новогодние подарки и устраивают различные праздники. Каждый ребенок получит свой подарок. Мы стараемся индивидуально подойти к вручению подарков. Ну, как вы видели сегодня, и центр «Семья» помогает нам с этим, социальная защита, и органы опеки, попечительства тоже своим деткам, нашим деткам дарят новогодние подарки и поздравления. Свои подарки передали также дети, родители, учителя из разных одинцовских школ и гимназий. Сестры Каменские говорят, очень любят центр, ведь здесь дружный, отзывчивый коллектив, который всегда придет на помощь и поддержит в трудную минуту. Мы постоянно сюда приходим, ну, мы очень тут уже давно как там в этой организации по защите совершеннолетних. И за это мне очень тут нравится, тут прям все такое прям энергично, прям. И пусть эта позитивная энергия никогда не заканчивается, а преобразуется в добрые дела. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».